Хочу поздравить американский народ с завершением избирательного цикла. And I'd like to congratulate the American people with the end of the electoral cycle. А господина Дональда Трампа с победой на этих выборах. And I'd also like to congratulate Mr. Donald Trump with his victory in these elections. Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты Соединенных Штатов. We have heard his electoral slogans when he was still a candidate of the president. Которые были направлены на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами. And he spoke about resuming and restoring relations between Russia and the United States. Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией. We understand that the way to that would be difficult, taking into account the current state of degradation of relations between the U.S. and Russia. И это, как я уже многократно говорил, не наша вина, что российско-американские отношения находятся именно в таком состоянии. And as I have repeatedly said, that is not our fault that the Russian-American relations are in that poor state. Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. But Russia is ready and wants to restore the full-fledged relations with the United States. Повторяю, исходим из того, что это будет непростой путь, но мы готовы пройти и свою часть. I repeat, we understand that this will be a difficult way, but we are ready to play our part in it. И сделать все, чтобы вернуть российско-американские отношения на устойчивую траекторию развития. And do everything to return the Russian-American relations to the stable and sustainable development track. Это пошло бы на пользу как российскому, так и американскому народам. This would serve the well-being of both Russian and American peoples. И позитивно сказалось бы на общем климате в мировых делах, учитывая особую ответственность России и США за поддержание глобальной стабильности и безопасности.